Здравствуйте, с вами Андрей, мы продолжаем играть в Alien Isolation. Ну и, собственно, мы определили тактику. Мы будем просто всех забивать. Потому что иной тактики я не вижу. Надеюсь, они не респаунятся. Нет, трупак на месте. А где они все? Все свалили куда-то. Ну ты как? Ничего? Не, надо мной, наверное. Окей. Ребят, вы где? Где, блин, они все? Так, во, новый вижу. Сверху. Ничего, прорвемся. Так, а там открыта дверь? Кто-то через нее вошел. What the fuck? То есть они могут ходить, а я нет. Она... Да? Что за бред? Ну, ребят, что-то в игре как-то игровых условностей немножко дофига. Нам все равно нужны еще припасы, оружие, еда, надо взять все. Я понял. Погодите, я что-то видел. Никого. Иди сюда, гондон. У нас тут... Так. Птичка. Ё-моё. Слушайте, ну это идиотизм. В игре такое неудобное управление, капец. Эту фигню я могу убить.
Ничего не понял я. Подождите. Аптечка. Ну. А как ее юзать? Юзать? Создать я понял как. Ребят. Так. А как я этот ключ взял? Да, лут респаунится. Так, где там наши дебилы любимые? Слава богу, они хотя бы не крепкие. При этом я ни хрена не понимаю, почему не могу у них взять оружие. Это глупо. Потом выяснится, что вот эта дверь, в которую я не могу пройти, она баганутая. В нее надо было идти по сюжету. Будет совсем весело. Козлы! Ау! Всех забью. Ни хрена нет. Валяется на столе. Это бесполезные вещи. Так, тут можно? Нет, можно снять, короче, нет. Слушайте, а что-то их стало сильно меньше. Бля! Да что ж такое? Что ты меня замечаешь сразу? А, и все. Слушайте! Креатив Эссембли, вы дебилы. Если это называется охрененный искусственный интеллект врагов, то я, простите, папа римский. Потом, почему у них... Чит на бесконечный боеприпас. Не очень понял. Так, ну я вижу этого товарища. Охренеть. Я узнал, что такая херня хренать не будет. Ну давай, привлекайся. Привлекайся, блюдо. Ну простите, это не искусственный интеллект, это... Сдохни. Блюдина.
Окей. А сам револьвер, револьверчик. Родненький, а чё я тебе взять-то не могу? Что за бред? То есть Рипли, наверное, по сюжету кто-то должен объяснить, как пользоваться револьвером? Или что это? Так. Вопрос. Все или нет? У меня уже даже неплохо с патронами для револьвера. Ага. Чистка воздуха, схема динамиков. Чистка воздуха. Так, чистку воздуха мы... Что это за чистка воздуха? Что она дает? Хрен его знает. Перенаправили. Потом выясняется, что это воздушный шлюз, который здесь вакуум устраивает. А-а-а! Я даже догадываюсь, наверное, она снижает видимость у этих козлов. Наверное. Так, нестабильная система. Так. Система динамиков. Так, давайте нестабильную систему. What the fuck? Это типа хоррор-элемент? Нет, ребят, это не хоррор-элемент. Это баг-элемент. Привет, Creative Assembly. Большое. Дебилизм. Короче говоря, у нас в ассортименте большое количество револьверов, но взять мы их не можем. Просто не можем. Окей. Okay. Знаете, если игра вся будет такая багованная, если, главное, если я не смогу взять револьверы, я просто надеюсь, что знаете, в чем дело? Что Рипли обучит пользоваться револьвером по какой-то катсцене. Если я не могу пользоваться оружием, ребят, нахрен такие игры. Просто нахрен. Давайте залезем, посмотрим, что там есть. Я просто завершу на этом прохождении все. Окей. Ну, я не могу брать револьвер просто. Я нажимал разные кнопки. Плазменный резак нужно. Зато я могу вылезти. Могу. Правда, пока мне то, что я забил этих ребят, пока не очень помогает. Смотрите, подача энергии. Давайте сейчас очистку воздуха врубим. Наверное, сейчас я смогу войти сюда. Нет.
Ноуп. Револьвер такой. А чё я у них не могу эти, как его, взять? Вообще, не, я реально не понял, вот что это было, когда негр выстрелил в меня, я отвернулся. Ну, то есть, возможно, это он, типа, выстрелил на звук, но, знаете, если ты стреляешь на звук, проверю уж тогда. Не подстрелил ли ты кого-нибудь? Я уж не говорю о том, что я не шумел. Наверное, он меня увидел, а зачем тогда отвернулся? Бред какой, конечно. Так. Тут нифига нет. Так, для хлама уже место. Ой-ой-ой. Так, сейчас немножко тут пообыщем. Жетон. Сенсор хлам. Слушай внимательно. Прямо сейчас уходи с работы, забирай Клэр, лови кота, запрись с ними дома и жди меня. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Сиксон не пришлет корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. Ни с кем не говори, как можно скорее возвращайся. Вот эта штука должна, в принципе, то закрываться, то открываться. Хотя хрен его знает. Что-то она не открывается. Давайте подождем. Но все равно не мог туда зайти. Почему-то. Кстати, настройки. Игра. Команды. Нет, револьвер это первая кнопка. Не делай никаких изменений. Даже ударить нельзя. Чёрт. Ну. Просто не работает, окей. Нужно найти какую-то дрянь. Ну что, давайте по карте сверяться. Центр связи с Сиксом. Так что ли? Нестабильную систему привели. Нет. Ноп, как говорится. Подождите, я же убрал очистку. Какой-то бред, на самом деле. Так, сюда я лазил или нет? Так. Да, да, по всей видимости, именно сюда я лазил. Так, давайте систему динамиков попробуем.
Динамики скрипят такие. Динамики скрипят, создают атмосферу. Окей, допустим. О, май гад, бал. Куда ж мне лезть-то? Так, давайте аптечку что ли сделаем. Так, давайте возьмем. Можно взять вот это. То есть тут можно вот подлезать под эти штуки. Так, ширнулись. Но это не решает нашу главную проблему. Куда идти? Я не могу взять револьвер. Я не могу пойти куда-то. Короче говоря, у вас в руках просто остается последнее это, последнее. Нет, не остается. Не знаю. Подождите. А знаете, что здесь сделано? Проверим. Может быть, тут на всех щитках надо? То есть они независимы друг от друга. Я просто думал, что... Щипки-то, в общем, управляют одним и тем же. Ага! Понял. На чистку воздуха надо поставить 3. Давайте попробуем. Я просто думал, что они такие. Так, с нестабильной системой. Да блин. Здесь закрыто. Закрыто. Да, любопытно, здесь есть козлы или нет. Не, ну козлы-то в любом где-то есть. Меня, знаете, меня беспокоит вопрос с револьвером, на самом деле. Кстати, на полном серьезе. Потому что если револьвер нельзя взять... Так. Кажется... Наконец-то мы встретили чужого. Хотя хрен его знает. Может, это опять баги. Давайте спрячемся. Подождем. Я просто не понял, блин. Он по фильму какие-то всякие разные звуки издавал. Он это или не он?
Ну, подождем, потом пойдем дальше. Прохожу я, конечно, пипец как медленно, туплю очень сильно, но... Что делать? Я в бродилках, я не фанат этого жанра, и я все время в таких вот коридорных вещах теряюсь, блуждаю и так далее. Не, никого. Окей. Ну, тут, блин, слепой, заметь, не то, что чужой. Меня. Прятаться-то негде. Охренеть! Слушайте. Респект создателям игры. Кавычки. Точнее, антиреспект. Ну, то есть вы видели, с трупов я револьвера собрать не могу. А вот тут по скрипту надо. Ого. Достаточно энергии. А что это за система? Просто, чтобы знать меня. Сиванемся. Так. Кстати говоря, вот такие звуки чужой как раз мог издавать. Вроде бы. Тут, естественно, все зависит. Боже, пропуск. Я просто не совсем правильно понимаю алгоритм, как тут правильно прятаться. То есть в каком-то Хитмане я могу понять. Там, не знаю, в этом Deus Ex я могу понять, как прятаться. Здесь я не понимаю, как прятаться. Я не понимаю, как работают эти болванчики компьютерные, в принципе. То есть они то сразу тебя замечают, то... Блин. Пак очередной. Hello, Tupac. Ух ты. Where? Okay. А что такое СШУ? Ну, следящее устройство, давайте посмотрим. Здесь СШГ. А, мне не хватает чего? Клея. Такой СШГ. Детонирует при ударе, не наносит увечий, оглушает всех в зоне поражения, ослепляет тех, кто... Короче говоря, светошумовая граната. СШГ. Как у меня, кстати, патронов-то? Ну, немного, конечно. Но, в общем, и не так уж и мало. О, клей. Так, сейчас мы туда пойдем. Так. А, да, кстати... О, господи. О, боже. Самописец. Самописец. Что? Что? Что-что? Нет данных. Чё? Нет. Да что у тебя? А чего она? Нафига ей самописец? Так. Ладно. Чё ты истеришь-то? Проверку.
Чё? Чё делать-то? Слушайте, музыка в этой игре какая-то странная, но не в тему. Вот что сейчас должно произойти? Я должен от кого-то убегать? Просто не работает. Ничего не понимаю. Так, а это я нажать не могу. Бредь. Я говорю, пишите в комментариях по поводу того, что как надо было правильно проходить фойе. Может быть, не забивая никого, можно это сделать. Я-то просто как-то не вполне понял. Ну и, конечно, за револьвера это просто охренеть. Охренеть, какой антиреспект разработчик. Слушайте, что делать-то? То есть, может быть, должны были прийти типы, которых я забил, и меня, ну и как бы открыть дверь, да? Так, может вот эти надо? А, вот. Так, чё? Это головоломка, что ли? Так, что я должен сделать? Нет, я могу их все так вообще. Просто я не понимаю, зачем. Наверное, надо их симметрично, что ли, поставить? Подождите. Я не могу это уже сделать. Слушайте. Ну, не зря в последнем Риме... В Рим 2 Total War была проблема с музыкой. Я не знаю, что-то в третьем ассамбле с музыкой. Действительно, как это... Нет. Что делать-то? Наверное, их надо сделать симметрично. Или нет? Что за синяя штука? Она отличается от остальных. Open. Ну вот я несколько штук сдвинул. Дальше что? Назад я сдвинуть их не могу. Так, может, дверь открылась? Внезапно. А я куплю? Это не похоже. Просто не работает. Так, люки в полу, может быть, через пол надо вылезать. Как-то не видно. Вентиляционное отверстие. Как-то не видно. Что за бред? Не, ребят, эта игра не для всех. Сильно не для всех. По всей видимости. Ну, что делать-то? Типа все, я насмерть себя запер, что ли? Так. Может, у сбоку есть переключатель? Там? Если не работает. В чем прикол? А, во. Вот он.
Ну вот, теперь эта штука работает. Ломать их в центр слева. Ну-ка, попробуем. Так, включите к системе кодирования и... Введите указанный код перемещения. Что? О боже. Так. Понял. Понял, как система работает. Ну чё, пошли. Только, ребят, у меня уже, вы уже видите, что у меня уже какая-то там четвертая серия. Как-то с чужими не очень. Дымовая шашка. Ну, потом сделаем. Я правда подозреваю, если у меня возникли проблемы с этими братюнями, которые, очевидно, намного более слабые, чем чужой, наверное, чужим у меня просто будет адский бур. Нам сюда, что ли? Так, ломать лифт. Центр связи. Идем назад, короче. Сливанемся. Вот, кстати, вот такие звуки я реально чужие делал. Да что ж такое? Всё, один блокировка. Пока. Через это, что ли? О! Вау! Все у нас запущено. Так, есть. Дверь заперта. Техваршоп. Здесь что ли надо использовать, ребята? Да. Ну давайте. Так. Наконец-то почитаем филлеры, про которые отличнейшим образом сказали в Саус Парке. Кому? У Портер, шеф. Тема терминала Севастополя. Шеф, есть новости хорошие и плохие. Хорошие новости. Я заархивировал уже почти 80% сообщений внутренней почтовой системы. Она отключена от Apple, но я оставил в работе базовую службу связи, чтобы жители станции могли общаться между собой. Плохая новость в том, что тот, кто эту систему устанавливал, сэкономил на аппаратуре. У нас были утечки данных. Я прошу разобраться с этим Майку Танаки. Он наш внештатный специалист по архивированию. Вроде толковый малый. Я просто решил, надо сообщить вам, как идут дела, Франко. Форпост Прогресса. Севастополь Форпост Прогресса. Автор Джулия Джонс. Озарение в уединении. Космическая станция, которая никому не была нужна, построенная компания, о которой все забыли. На Севастополе царит запустение. Население сократилось до десятой части от оптимального показателя. Космопорт пустует, местные магазины закрылись, спрос на дешевых андроидов Сиксона давно сошел на нет, а устаревший суперкомпьютер Apple подвержен частым сбоям. Как мы до такого докатились? И, что важнее, куда утекли миллиарды долларов инвестиций? Мое имя Джулия Джонс. Я 2 месяца прожила на Севастополе, чтобы подтвердить статью для... Colonial Times, подготовить статью для Colonial Times и пытаться понять, какую цену
корпорациям второго эшелона пришлось заплатить за необдуманную экспансию в дальний космос. И... аудио. Нет ничего. Так, подожди, я утилиты не посмотрел. О боже. Вводим дети. А их нет. Окей, окей, окей. Так. Чудо, сенсор места не туда. Давайте, кстати, что-нибудь сделаем, что ли. Тут аварийной закрывалки нет? Не-а, нету. Так, давайте пока не будем ничего отключать. А зайдем в менюшку, сделаем себе какой-нибудь СШГ. Так. Теперь мы сделаем дымовую шашку. И мы выберем револьвер. Давайте, знаете, что делать? Сначала мы... Ну, давай. О! А, привет. Привет, чужой. А что мне с тобой делать? Пистолетом я тебя не забью, тем более тебя забить, по-моему, нельзя никак. Так. Ну и... Чпок. А, значит, и он ничего не почувствовал. Ага. Я очень в этом сомневаюсь. Куда идти? Так, давайте посмотрим. Сломать лифт, центр связи. Где должен взломать, в общем, вопрос? Так, ну здесь лифт не ходит. Окей, прекрасно. Проблема в том, что это же дрянь, она же лазит по этим... как... вентиляционным шахтам и прочее. Опять главный вопрос, куда идти нахрен? Нет. Там это где-то.
откуда я пришел. О, май гадовал. Ну, в общем, я, значит, звуки-то не спутал, которые издают. Так, ну сюда я не могу. Что я ни хрена не понимаю. Где лифт в центр связи, который надо взломать? Окей, вот он где-то. Он за стеной. Мне надо как-то обойти. Ой, боже мой. Я так понимаю, вот он лифт. Он просто не работает. Сюда я не могу. Не позволяет мне. Чё? Так где я взломаю этот долбанный лифт? Могу я засветиться? Что он мне скажет? Ксеноморф-то рядом где-то? Нет. Он ушел? Окей, ну мы хотя бы засейвились. Так. Я ни хрена не понял. Нет, это вообще открыто, да? Ну окей, пойдемте. Я даже не знаю, имеет ли смысл мне ходить в присядку. Ну давайте походим. Сделаем вид, что страшно очень. Я, правда, не понимаю, что мне надо делать, честно. Так, здесь подъем у нас. Может, надо вниз вообще идти. Я могу знать.
О. Так. Ну, давай. Чё, грубо? Ксеноморф здесь, что ли, ловит? Может, и здесь. Он непонятно куда пошел. Вся проблема в том, что, скорее всего, он первый меня увидит. Так, Ксеноморф, уходи. Не, вроде не то. Пам-парам-парам-парам. Ну все правильно, я сюда вернулся, надо было туда. Так. Ломали центр связи. Я уж просто уже забыл, блин, чего, куда идти. Привык немножко все-таки к линейным играм. По крайней мере, вот такого плана. От бродилок отвык. Я, кстати, не исключаю, что в ближайшие годы появится некоторое количество олдскульных FPS, то есть именно бродилок, не рельсовых. Просим посетителей зарегистрироваться. Единственное, что мне бы хотелось сейчас засейвиться. Эрл Монгориан. Я не знаю, убивать его, нет. Он может еще за пуль непробиваемым стеклом. Мужик. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Рипли. А, это андроид, наверное. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. А, ну да. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Для вашего удобства, мы сделали своих рабочих андроидов легко узнаваемыми. Исследования показывают, что потребители с опаской относятся к продвинутым моделям с высокой реалистичностью исполнения. Именно поэтому мы сделали так, чтобы нашего андроида нельзя было принять за человека. Будьте спокойны, ваш комфорт – главный приоритет для компании. Подачу, но это понятно, это вот цифра щитка как раз нужно делать. Я все-таки хочу засейвиться на самом деле. Потому что если не получится засейвиться, это будет печально. Необходим пропуск, нужен его на резак. Пам-пам-пам-пам. Сейф дайте. Но андроиды пока не агрессивны. Они потом вроде бы должны стать агрессивными, но сейчас вроде не трогают. Хотя хрен его знает. Так, вот это что за хрень? Неактивная хрень. Ладно.
Я понял. Мне показывают, что потребители с опаской относятся. Ну, это вопрос. Вопрос, что там исследования показывают, возможно, просто делали игру люди, которые не очень хорошо знают вселенную Чужого, и решили сделать андроидов. Ваш комфорт – главный приоритет для компании. Привет, мужик. Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. Я бы не советовал. Понятно. Много их тут. Кстати, эти ребятки достаточно крепкие. Я помню. Дайте засейвиться, ребят. Сейвиться. Это чё? Во! Прибор слежения. Похоже, самодельный. Не должен засекать ксеноморфа. Ну чё, удобно? Только ксеноморфа или людей тоже засекает? Вот чё вопрос. Возьмёшь шприц, клей... У вас проблемы? Нет, всё в порядке. Освещение. Ну, в принципе, и смысла я не вижу. Так, а вот сейчас вот я услышал чужого. Хрен. Не чужой. Просто какая-то фигня. Взять аккумулятор. Так. Аптечку надо пилить. Так, а почему тут сейвилки-то нет рядом? Я сейвилку хочу, ребят. Мне вообще пора серию завершать, если уж честно совсем. Так, замок отключен. Хьюз, я поставил механический замок на дверь, который ведет наверх. Нужно разобраться, что происходит. Я не хочу, чтобы несчастные случаи повторялись. Окей. Раздел поврежден. Наш манифест. Впервые опубликован в новостях Сиксона. Февраль 2115 года. Мы не хотим показывать вам новый мир. Мы хотим открыть его вместе с вами. Каждая новая технология, каждый научный проект компании Сиксон преследует одну цель. Принести пользу вам. Мы надеемся, вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Завтра вместе. Номер один. Вместе к светлому будущему. Сиксон и освоение космоса. Официальная хроника. Автор Себастьян Сик. Впервые опубликовано в новостях Сиксона. Наша звездная колыбель. 2034 год стал переломным в нашей истории. После того, как был открыт способ перемещения на сверхсветовых скоростях, Сиксон, тогда называющийся Сик и Сын, стал на путь успеха. Прошу прощения. Так, что ж, продолжаем. Так, началась космическая гонка. И подчеркнем руководством нашего основателя Джазаи Сига, компания показала себя достойным участником этого состязания. Сиг и Сын строил компоненты для космических кораблей, на которых человечество смогло выбраться за пределы Солнечной системы. Как известно, компания Вейланд не желала делиться технологиями межзвездных перелетов с другими компаниями, но, к счастью, Джазаи Сиг оказался талантливым инноватором и сумел наладить производство необходимого оборудования. Если бы не Сик и Сын, наше небо сейчас было бы совсем другим. Так, прошу пойми. Мари, надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до Сиксон Телеком.
Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Клара, одних. Окей. Включить дверной замок. О! Сейвил-то. Ну что ж, я думаю, это отличный момент, чтобы серию завершить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Наконец-то мы встретили Чужого. В общем, процесс пошел постепенно. С вами был Андрей, всем пока.